Простых вопросов не бывает. Практика выездных администраций говорит о том, что, казалось бы, самое очевидное дело, но тянет за собой не один неучтенный фактор. В этот раз встреча проходит в школе номер 3. Екатерина Париченко надеется на дачную амнистию после долгих лет неопределенности. 30 лет назад я присоединила самовольно к своему большому участку еще небольшой участок, там 2,5 сотки. И в течение года мне очень хотелось выкупить этот участок. Оказалось, что это не так все просто. Не просто, потому что на этот участок претендует и другой собственник. Вы находитесь на этой территории СТ-метровагон. Извините, СТ-жостовская. Хранится еще запись о том, что это СТ-метровагон наш. В этой юридической коллизии приходится учитывать все правовые нюансы. Консультация специалистов нужна и не одна. А у Тамары Георгиевны Рудниковой своя многолетняя история. Хотя вопрос касается благоустройства вокруг ее дома. Когда-то она и другие молодые семьи вселились в новый дом. Высадили вокруг него липы, разбили клумбы с цветами. Но прошло более полувека, и сад возле дома превратился в темный лес. Липы эти выросли очень большие. У них появилось по 3-4 макушки. Первые этажи мы днем и ночью сидим со светом. Мы утром встаем, включаем свет. Темнота жуткая. Очень сыро в домах стало. Вмешательство коммунальных служб здесь просто необходимо. И вопрос рассмотрят в управлении благоустройства. Сказали, что позвонят, со мной свяжутся и будут это уже как бы на месте все это смотреть и будет решаться на месте. Теперь перенесемся в соседний микрорайон. Там немало проблем с внутридворовыми проездами, особенно если они возникают стихийно, где их не должно быть. Ограждений нету, соответственно. То есть уже 2 машины падало в эти ямы, которые они раскопали, потому что они стоят без ограждений. Нет начала своей работы, нет окончания своей работы. А сейчас там устроили проездной двор, потому что между 105-м домом и 19-б раньше был просто тротуар. Такие ситуации выявляются быстро, и откладывать решение по ним не принято. При координации работы разных служб всегда находится верный вариант. Всего на прием пришли 44 жителя, и вместе со специалистами они рассмотрели более 60 обращений. Сергей Берзин, 1 Мытищинский.